Всем привет, дорогие коллеги! У нас немножко поменялся сайт, и некоторые пишут, что не могут найти ссылочку на каталог и так далее, и так далее. Я считаю, что сайт поменялся незначительно, совсем чуть-чуть, и вы знаете, все легко и просто. Во-первых, вы можете пройти в свой личный кабинет, вот он у вас тут, на него нажимать. Вот накопительная программа Faberlic Club стала таким вот кошелечком, а не другим изображением, да? Также тут корзина избранная, также тут идет все, что в вашу корзину только что было положено. И вот есть сообщение через сообщество, которое можно также читать, да, расписание вебинаров, еще что-то. И также оформить заказ. Когда вы нажимаете «Оформить заказ», тут есть флеш-каталог. Тут есть флеш-каталог. И, конечно же, вот, в принципе, и ссылочка на флеш-каталог вот тут вот сверху есть. Ну, то есть мы с вами нажимаем на него, он у нас прогружается, и вот есть этот самый флеш-каталог. После того, как мы с вами полистали каталог, в принципе, тоже ничего не изменилось. Я посмотрела, допустим, я что-то добавила, нажимаю «Продолжить оформление заказа». Вот оно прогружается. Тут немножечко стало как будто бы и попонятнее, да, то есть практически ничего не изменилось. И также промо-акции открываются, да, акции консультанта открываются, да, как вы видите, вспомогательные акции. Вот тут есть каталоги всякие разные, да. И, конечно же, Faberlic Club и вот даже промо для VIP-консультантов. Вы знаете, не поменялось абсолютно ничего. Абсолютно ничего не поменялось. Да? То есть, вот как вы видите, я заказала новинки для VIP-консультантов в этот раз немножко попозже. Также у нас с вами и картинки товара есть, и все. И когда мы с вами также и баллы, и цена по каталогу, и цена с вашей уже скидкой, да, и сколько это баллов, да, что 56 баллов на 4300 рублей. Вот, смотрим, в принципе, все хорошо. И когда нажимаем заказы, продолжить оформление заказа, то вот тут вот вам также просят Faberlic Club, да, как видите, у меня 500 баллов накопилось уже. Тут говорится о том, что когда дата заказа, какой вес, да, то есть все то же самое. Если у вас есть объемная скидка, вот в этом же месте объемная скидочка у вас и спишется. В принципе, я не вижу ничего критичного. Теряться, я думаю, негде. Вот мы утверждаем заказ. И, в принципе, все хорошо. Ваш заказ отправлен на утверждение. Вы можете продолжить работу с сайтом. Как только заказ будет утвержден, вам будет отправлено системное уведомление. Вот, в принципе, и все. Да, как вы видите, все легко, все просто. И сейчас выйдет вот оповещение. Вот оповещение выходит долго. Но я думаю, ничего страшного. Все равно оно уже, грубо говоря, вы знаете, когда у вас и дата доставки, и все про такое прочее. Дата предполагаемой доставки 4.08. Да, все хорошо, как вы видите. Все просто замечательно. Вот. Также со срочкой платежа, если вам хочется, можете это все сделать. Или сразу же его платить, или оплатить при получении. Да? То есть и тут очень хорошо все сделано. Да? В принципе, я не вижу, где путаться. Все нормально. Если у вас есть какие-то вопросы, вы что-то потеряли, смотрите обязательно. Да, допустим, вы просто методом тыка немножечко потыкаетесь, да, вот, значит, нажали на Faberlic, ага, нажали на Faberlic, попали в свой личный кабинет, да, далее, значит, поехалите с вами, так, тут у нас с вами корзина автозаказа, ну, все то же самое, в принципе, осталось, да, и тут вот есть, да, возможности с Faberlic, кто такой консультант, ваши выгоды от регистрации. Да, вот давайте даже посмотрим новости, новости каталога и так далее. Какой будет ваша прибыль, выбирать вам, да, то есть вот посмотрите, пожалуйста, да, то есть все так же, как и было. Также внизу есть флеш-каталог, также есть помощь консультантам, если вам хочется сюда зайти, да, и тут есть все.
Как оформить заказ, да, вкладка промо акции, утверждение, отсрочка платежа. То есть, в принципе, прям все есть, и я не вижу никаких вот прям акций программы. Вот они у нас с вами сейчас тут, да, акции программы новым консультантам. Какой подарок, да? Вот, пожалуйста, новым консультантам подарки, стартовая программа. В принципе, все то же самое. Я даже, если честно, удивилась, что компания Фаберлик поменяла немножко дизайн, освежила нас, да, то есть он стал другой, и это более интересно, но в принципе ничего вообще абсолютно не поменялось. То есть каталог найти так же просто, как и до этого можно было найти. Единственное, что почему-то у меня пропала кнопочка, вот видите, сообщество, по-моему. Но если мы зайдем в личный кабинет, скорее всего, она там будет. Так, личный кабинет. А, ну вот сообщество. Да, появилась кнопочка выход, да, как вы видите. Вот сообщество. Вот почему-то нету фотографии. Может быть, фотографию надо новую загрузить. А больше все, по-моему, ничего и не поменялось толком. Давайте посмотрим. Ну, сообщество, как обычно, долго грузится. Так, о, посмотрите, появилось, что я VIP-35. А что такое 150 передов, непонятно. Вот. Далее, значит, давайте с вами посмотрим. Да, тут все данные. Фотография у меня есть. Звание все в порядке. Да, и сообщения, да, вот какие мне сообщения кто пишет, да, также можно почитать, да, вот, отлично. Также, я думаю, можно, наверное, ее найти и посмотреть в сообщениях ли она. Да, то есть вот таким вот образом. Я думаю, что все у нас с вами хорошо, и, грубо говоря, ничего не поменялось, кроме цветов. С вами была Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. Без паники, девочки, без паники.